Народ, всем привет. Тут прошла новость по телеграмму, что образовались торосы. Конечно, не мог пропустить данное событие. Место — Токаревский маяк. И да, довольно-таки большие они. Подойдем, посмотрим. Народ гуляет, сам маяк вон там. Башня, вышка. Сегодня довольно-таки тепло. Вот они, да, они прям очень такие, прям, где лед сходился, видно, что его выламывало. Такое стихийное природное явление. Говорили, конечно, что здесь чуть ли не два этажа. Ну, хотя, в принципе, да, может, два и есть. Вот видно, что это не рукотворный труд. Это вот так вот природа делает. Необычное явление для Владивостока. Очень довольно-таки высоко. Ну, точно, да, на самой высокой точке. Может, даже на 2,5 этажа сдвигался лед. Так что, кто еще не успел побывать, приходите, смотрите, очень интересно. Всем привет! Ну, вот сам Токаревский маяк. Туда мы не пойдем. Чуть-чуть. А вот вышка, которую я вам показывал, она очень высокая, такая высокая. Мост на остров Русский. Это вот порт. Вообще все это порт. Место туристическое, очень много людей посещает Токаревский маяк. Там кафешки, пристань для катамаранов и сноубордов. А вот как раз эти торосы. Отсюда они выглядят совсем маленькими, но там очень скользко. На то, что как бы везде лед, то вот, пожалуйста, море, которое не закрылось. И здесь летом очень много отдыхающих, иногда проводятся мероприятия. Диджеи, да, рок-группы играют. Так что, кто будет летом в Владивостоке, смотрите по новостям и добро пожаловать. Ну а так, всем привет!